в качестве преампа использовал циклотрон. Вот, скажем, все динамика, все динамические микрофоны шли через циклотрон. А все конденсаторные дела, то есть я использовал АТ-шный преамп Pro Channel. Довольно-таки неплохой, у него он немножко приокрашивает звук, добавляя ламповые гармоники, то есть ну, звук такой становится более квадратным, так сказать. Вот, пульт, он более честен, скажем, не прикрашает звук и более такой едкий получается, ну, в зависимости от окраски микрофона. Гитара юзал, как обычно, через волшебные кастом-преампы. Постепенно копится, их прибавляется, то есть все песни были записаны абсолютно на разных преампах, сняты разными, опять же, микрофонами, то есть был полный эксперимент и заморочка. То есть, ну и, соответственно, получился результат, чтобы каждая песня имела свое неповторимое звучание. Добрый день. Ну вот, как бы так сказать, что на этой пластинке я использовал вот этот замечательный бас. Мне он еще понравился еще в магазине, еще давным-давно, и я просто вот заценил вот эту вот штуку, вот которая... Крутяк, да, такой прям. Звукосниматель просто бешеный, там три позиции такие какие-то все замечательные, куча переключателей, куча всей херни, в общем, он рычит, пердит. И радуется. Выдает классный звук, замечательный звук. Как для металла, так и для попсы. Поскольку мы играем металл, для металла это в самый раз.